В Севастополе в канун Дня Победы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны. Торжественное городское собрание, посвященное 74-й годовщине Победы и 75-й годовщине освобождения Севастополя, состоялось 8 мая в Академическом русском драматическом театре имени Луначарского. Фронтовиков, тружеников тыла и тех, кому пришлось пережить все тяготы военного времени, поздравили с наступающим праздником представители власти, флота и творческие коллективы города. Дорогие ветераны, мы преклоняемся перед вашим мужеством, стойкостью, героизмом, величием вашего ратного и трудового подвига и в годы Великой Отечественной войны, и в послевоенное время. Не менее важно то, что вы делаете для нас сейчас, ныне живущих. Вы тогда защитили нас и сегодня защищаете от беспамятства. 9 мая – священный для каждого из нас день памяти героев, не вернувшихся с полей сражений. День, когда мы чествуем всех, кто вынес на своих плечах тяготы военного лихолетия, отстоял нашу Родину, возродил ее из пепла послевоенной разрухи. Почетными грамотами и благодарственными письмами от законодательного собрания и губернатора города наградили ветеранов Великой Отечественной войны. Благодарностью председателя законодательного собрания города Севастополя награждается Гавдыга Василий Иванович, ветеран Великой Отечественной войны, участник боевых действий, активист местной общественной организации ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов Ленинского муниципального округа города Севастополя. Приходько Мария Алексеевна, ветеран труда, председатель первичной ветеранской организации местной общественной организации ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов Ленинского муниципального округа города Севастополя. С наступающим Днем Победы ветеранов поздравили командующий Черноморским флотом и член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Светлый праздник Победы над фашизмом всегда останется в исторической памяти народа. И сколько бы ни прошло лет, мы будем с благодарностью вспоминать воинов Великой Отечественной. Героическая оборона Севастополя стала образцом беспримерного мужества и настоящей стойкости. Советским войскам потребовалось немногим больше месяца, чтобы полностью разгромить фашистские войска и освободить город. Родина высоко оценила героический подвиг освободителей города Севастополя.